месяцев игроками армейского коллектива, можно вспомнить, что есть такой футболист. Ой-ой-ой! Почему никто не встречал Танжера? И он выполнил эту шедевральную бисиклету. 1-0. Только я хотел говорить о том, что на самом деле вот за сыгранные минуты, да, несмотря на перестановки в тренерском штабе, у Дельты не получалось создавать каких-то явных опасных эпизодов, даже, в общем, в борьбе с пока что явным аутсайдером чемпионата страны. Но вот тут